Друзья, всем привет! Вы на канале Вадим Полетели. Давно не было роликов с кроликами. Вот мне сейчас освободилось время, я решил починить клетки старые и установить их на новое место, и сюда кроликов посажу. У меня, кстати, крольчиха родила, 5 крольчат. Сейчас будем заново ее сводить, чтобы она в следующем месяце еще принесла нам плюс-минус 5-10 крольчат. В общем, большая клетка. Мне тут нужно вот эту доску поменять и пару дощечек тут подбить. Сейчас вот эту клетку очищаю, тоже большую, поделаю ее. Вот эта клетка маточная, она уже готовая. У меня тут кролики жили. Сделана из старого сундука, из старинного. Вон улья стоят. Все никак пчелами не могу заняться, времени нет. И вон те клетки нужно 2 штуки починить. А в сарае крольчиха уже с крольчатами сидит в другой клетке. В общем, сейчас все чище. Установить хочу сюда под яблонями, спиной к ветру. И потом сверху еще шифер поставлю. Вообще будет тогда красота. Вот столько уже с одной клетки вытащил. Эти клетки где-то, ну, около 7 лет точно не чистились. Поэтому тут немножко прогнило все. Но это ничего страшного. Мы сейчас все восстановим, все починим. Будет красота. Вот такой вот промежуточный результат у нас получился. Кое-как эти клетки поставил друг на друга. Все, полностью их установил. Очень большие. Тут в каждую клетку по кроликов 12 точно влезет. Даже вот кормушки еще остались. Чистота, красота. Первая, вторая клетка. Сенники. Ну просто шикарно. Поставил на такие вот шелкоблоки. Сейчас буду рядом ставить. Вот эту хочу наверх поставить сюда. И тогда вообще будет пушечка. И другие клетки уже тут где-то буду тоже устанавливать. Поставил вот так вот клетки. И теперь будем запускать молодежь. Вот они, наши бургундцы. И вот такая смесь получилась еще. Крупненькие, ему около месяца уже. Ну, поменьше месяца. Вот. Красота. Сейчас мамка еще придет к вам. Будете молоко пить, траву есть. Вообще у вас вот красотища будет. Просто пушечка. Ну что, товарищи, клетки вот эти все 4 полностью готовы. В эту клетку уже все посадил крольчиху с детьми. Тут сделал такие вот много прям задвижек, чтобы, если что, вдруг никто не смог открыть их. Прям хоп-хоп, пару штук открыл, а вот они, дети бегают. В общем, красота получилась. Сейчас еще клетку с королом поставлю, наверное, вот сюда куда-нибудь. И прям вообще будет пушечка. А эти клетки я, наверное, на следующей неделе починю, потому что времени нет вообще. Тут вот шифер поставил, чтобы дождь не попал. С этой стороны пластиком обил, чтобы также дождь не попал. В общем, тут все защищено от ветра, от дождя. Такие вот клетки. В общем, все вышло очень замечательно и красиво. Кому понравилось видео, лайк, подписка. Всем пока, всем добра.